Так, вроде с технической частью закончили. Добрый вечер. Спасибо, что вы с нами. Всех с праздником, с фестивалем. Для начала я прочитаю маленький стишок, потом спою песенку. Стишок называется «Письмо». Суббота, утро, в чай бодрящий, добавил мед, имбирь, лимон. Вдруг слышу, как в почтовый ящик мне почтальон кладет письмо. Беру конверт, вскрываю робко, листок, слов нет, ни одного. Лишь точки слез, помады, скобки, а сколько сказано всего. Вот. А песенка такая актуальная, называется «Хлеба и зрелищ». Дайте зрелищи хлеба, отпустите конвой. Социальные сети нас поймали, как рыб. Что осталось до смерти? Ложка красной икры. Дайте хлеба и зрелищ, если есть что узреть. Что Емеля, ты имелешь? На треть, ведь в колодце водицы на неделю едва. Надо б нам торопиться поменять жернова. Спасибо большое. Спасибо.